Ну а прямо сейчас с нами на прямой связь выходит политолог Талгат Калиев. Талгат Габдуллович, на мировой арене Казахстан имеет репутацию надежного партнера и активного участника внешнеполитических процессов. Как вы восприняли новость сегодняшнего дня? Я ее воспринял абсолютно как ожидаемую, поскольку этого момента все ждали, в чем-то опасались, поскольку это была неизбежность. Но в то же время Нурсултан Назарбаев сегодня становится очевидно его уровень исторической и лидерской ответственности. Он готовил страну к этому моменту, он выстраивал систему, выстраивал весь политический процесс и вел к тому самому рубежному событию, как смена власти, как ответственный лидер. И сегодня он ее провел достаточно изящно, без всяких потрясений и катаклизмов. И надеюсь, что в будущем эта традиция заложится в нашей политической культуре. И сегодняшнее событие, оно еще будет оценено историками. Талгат Габдуллович, вот как вы думаете, как будет дальше развиваться наша страна? Бегимович. Наша страна будет развиваться по абсолютно предсказуемому сценарию, поскольку на сегодня исполняющим обязанности назначен Касым-Жомарт Токаев, спикер Сената, все согласно Конституции, в полном соблюдении процедурной чистоты вопроса и процесса. Касым-Жомарт Токаев один из архитекторов многовекторной политики внешней, и поэтому никаких потрясений или метаний из стороны в сторону внешним нашим партнерам ожидать не стоит, поскольку это абсолютно выдержанный и взвешенный политик, полностью известный на международной арене. Вот работал долгое время и в ООН, поэтому для всех он абсолютно понятен. И в то же время он предсказуем для населения внутри страны, поскольку он был и премьер-министром, знает экономику страны, знает социально-экономические процессы. И будучи воспитанником Нурсултана Назарбаева, он, безусловно, будет твердо придерживаться его курса. Ну что ж, спасибо. Талгат Калиев, политолог, был с нами на прямой связи.